Приветствую вас, друзья! Сегодня необычный выпуск. Смотри очень внимательно. Многие из нас не хотят признать очевидное. Климат стремительно меняется. Климатический Цербер уже приближается к каждому из нас. Если мы его не остановим, он придет и к твоему. Пока еще есть время, нам необходимо найти способ, как его остановить. И для этого необходимо действовать каждому. Давайте все вместе привлечем внимание к проблеме климата, давайте бороться за наше будущее.